кстати, к весне подстричься. Вот прям. Приоделись прям перед съемочками. Это чисто первый влог, вот я снимаю вот реально сейчас. Да, как там белый камень. Вариант с такими, что их можно будет тянуть. Ну, может быть, не знаю, может быть. Ну, это, кстати, есть прикол Бавария Мюнхен. Ты, может, на спорте как раз-таки да. и будешь, и всех будет прикольно. Ну, я просто же люблю менять прически. Вон, и приятно. Такой бы олимпийку. Год назад сделал эту прическу? Как будто у тебя больше. Может, чуть больше уже. Как будто прошлой осенью. Короче, так вот это все происходит. Изнутри вам вид. Немного подскинем пыльцы, в которые вы нас видите. Ну, черный вот, поэтому не куда. Здрасте. Ты что, там влоги снимаешь? Это вот так, да. Футуху влог. Кулинарный я, кстати, готовлю. Фараонов. А, фараоны приедут. Если будешь плохо вести себя. Я просто, я сам. Ну, в общем, как-то так это все происходит. Пацаны, работаем, боркаем, все на движение. Давай заново. Моя мопа будет плотно, я засуну ствол в жопу, я люблю читать репчину так, как будто бы я черный, шашалава берет. Не надо срезывать мои капы, ведь я тоже могу пофристайлить. Можно спросить, что убрать? У меня джип в Москве! В общем так, утро не подснял, как мы просыпались, тоже весело просыпались на самом деле. Но буду почаще такие видосы мутить, короче. Я думаю, интересно по-любому будет вам, господа. Кстати, спот прикольный. Тарасу порисовать здесь было бы неплохо с дембом. Вот что-то чьи-то куски есть. Какие-то даже, может, нормальные есть. Но вот это сомнительно. Но не мне судить. Так это происходит вот со стороны острова Салют. Микровлог делаю, брат. Мы курим дрянь, и с нами мусора. Я делаю. Я запикаю. Творомыч тоже готов уже. Потом подзапалю вам. Запалим, я сейчас покажу, что надо запалить. Вот это влог, бро, я снимаю. Что, лишь нельзя, Маш? Хут-ту-хут, сука. Пау-пау. Нужен бой в твой бок, типа сладких снов. Опа, упаду, как тигли нахуй тех типов. Выстрел из травмата, сука, вместо лишних слов. Бань, 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 пул-ап на твой блок. На мой блок прилетает долг. Свешников, зай, хуй-ты-хуй, флоп. Стрит лайф, оппоненты не вывозят. Рубик, биг, бани, как... Подрабатывать устроился. Вот, а что, сколько платят? Братан, ну здесь как бы смотря какой детейлинг нужен. Там у Ашота, короче, можно заказать там подороже. У меня подешевле, ну я в карман себе забираю. Понял, понял. Я тоже на карман. В общем, что, мы уже тут часика 4 и процентов только 20 готовы или 30, представляете? Это кто, лох? Лох. Вот еда приехала. Большой респект, салют Тостер, салют Жакаджи, салют Богдан. Салют Доценс, это... С Централа. С монастырки. Подсказать? Да. Тачка уезжает.
Тачка уезжает, проблемы подъезжают. Снимаем. Пацаны все на бодряках. Часов 5 уже снимаем. Все четко, все. Работаем. Булит руководит. Пацаны. Работают. Все работают. Все нормально. Мы все на съемочках вот с директором. Худ-ту-худо. Директор худ-ту-худо это вот стартер-пак. Вот так вот. Движение происходит. Это прошка уже. Не стартер. Вроде не америкосы, но почему-то Netflix. Я с оружием хожу. Это худ мани, это худ ту худ. Салют прескрипшн. Салют 4.73. Я режу по симметрии. По 0.7. Стою, заставляю дуть, украшиваю с них их интервью, но я не Юрий Дудь. Вам настигаю рэперов на улице, со мной Калуга. Мои пацаны все идут ровно, твои криво мутят. Скину брик, пока никто не видел, я давно на улице. Твоими близкими тут худ-то-худ Воронеж, а мы тусим на прескрипт. Районные деньги я принес, чтоб сделать чистыми. Успех наш радует мои... Полшага вперед, там, конечно. Нет, все. Диктофон. Идет. Камера. Музыка. Вот он еще один чувачок. Вот он уже маленький, ходит. Ну а чем, блядь, ничего не имеет. Вот там никуда же все загибается, чтобы не проходить. Мама мне сказала, нужно мне лечиться. Но я ничего не придумал и пошел в больницу. Thank you.
Литвее. В Литвее, да. Трикстер. Пару слов. Делаем это в Москве, так мы делаем это в Воронеже, мы так делаем это везде, потому что это вот здесь течет, вот тут, по алым венам грузинской крови. Светить ими не буду. Ты ночного хуяришь? Да. Слышь, да можно на ВХС-ку что-нибудь отснять, тоже можно будет. Какие-то треки, слышишь? Кузьмич, не верь в худо. Кузьмич, не верь. Вавки нужны? Блять, вавки, конечно, сейчас. Ну вот тут лежал. А он говорил, что типа отправлять Аполлон, я просто... Любой вкус и цвет, эй, красный свет моих глаз, эй, прекрасно, в профиле вон фас, каркас моего рэпа, эй, делаю не напрасно чистую репу, эй, не репл, говорю на лету, эй, слету, эй, я сейчас курю этот сверток, эй, он круто свернут, эй, горы свернут, эй, дрил сверла, эй, газ, я газую перну. Птички в кошельке, это не дрозд, эй, по ГОСТу, эй, делаем. Я не за год, ну нахуй тут дрозд с моей пацаной. Эй, напихаем тебе в ротс, делаем рэп, а не ротск. Отличный кот, эй, забиваю, как мячи в футболе кросс. Эй, ты дырявый, как крокс. Насыпаю кускус, эй, хочешь сделать укус, послушать, чувствуй мой на вкус. Эй, я качаюсь, как на брусьях, курю брус. Эй, выше, чем Эльбрус или вылез Брюс. Эй, сечок этот и тот, дымом окурим блок, выхожу на блок. У меня в кармане зиплок и тот, на кармане... Этот был ты тот диплом, эй, со мной те самые братья. Если проблемы решу радикально, время идет и вода утекает. Так же нахуй и мы держим парку. Больше бумаги, я те же радость, подую в грязь, ты в том слетаю. Все делаем им бету языка. Красивая, а внутри горка, добра, я ласковая, так зацепила улыбка, в коптерку. Диджей Ханти. Влог. Иди сюда. Ханти думает, почему не работают наушники. Ёбаный в рот. Как же так? Ёбана жизнь. Ханти чисто музыкально. А микрофон почему не работает? Да тут уже не удивительно. Потому что, братан, он вот не включен. Эй, салам алейкум! С нами Оцеуч. Кипиш Худрич с нами. Нодик 47. Ну и Хантин Убяра, вот он. Привет, Влад! Ну, бани влог продолжаю по классике жанра. Яков тут на связи. Булица они на связи. Ты у меня во всех влогах светишься постоянно. Пацаны собрались здесь.
чипсы, все здесь поет, Буда, все нормально. Давай, по кайфу, по кайфу. Красиво все делаем. Давай, я тебя сниму. Давай, ты тоже пару слов скажешь. Давай, худ мани, худ, пока 24 за нами, пацаны. Все, красава, красава, брат. Мы просто пьем чай. С Китая. What's happening? Вечно бич. Гришаня в подарочку. 1 апреля. У меня же, посмотри на меня. Ну, если ты не хочешь стать как кто-то другой, будь как Вормгенгер. Я просто будь собой, как я. С Новым годом, это вот новогодний. Да, с Рождеством. Вормгенгер вот написано. Грею всю каминчику. На газе всегда. Это все для блога, и могу поставить чужой бит. У меня здесь по натро немного холодно, жени. Джинсы все дизайнер, фотки все дизайнер. Перемейся весь их бит, успел бы сам я. Все, скорую вызовите. Это вы кого вызвали? Вы что, угораете? Кто здесь? Это мой братский Вормгенгер. Брат, вообще-то мы братики уже больше, чем... Всех с Рождеством поздравляем вас. Yes, с Рождеством. Сегодня, пацаны, Рождество. Да, особенно Давида Курбанова. Когда? Давида Курбанова, азербайджанцев, мы поздравляем с Рождеством. А есть так, а с кем я не попрощался еще, ребят? Но он со всеми прощается. Тебе снимут на камеру. Все. Сами бросят в дырку. Я пыхаю, прожег каждую свою куртку. Детка, давай прыгай на мне, будто на батуте. Рэперы не могут так же, они все сосут. Выходишь в подъезд, а тут они. Твоя реакция. Твоя эрекция. Хантим в этом деле спец. Хантим, да, любитель. Прикуривать. Машину надо прикурить. Надо прикуривать. Лил Ханти. Это Оксимирон, real talk. Think about it. Оксимирона ебали. Я вообще другу. За пивом сгоняем я? Я сказал, да. Вор, давай по спорту двигаться. По спорту? Давай. По спорту. Это не от Кобейн, он отвечает за мои волосы. Диджей Ду. Это диджей Ду. Делать вам бит. Вором за традиционные движения. Да, нахуй. Подойдем, когда советская голова. Какой ты не можешь? Нау! Хуй! Да. Я вообще не могу. Продолжаем делать вообще. Нахуй! Не хочу слышать тебя, мне это не надо. Это не ладно, ладно. Только со мной ненадолго. Кусает меня, но не больно. Она любит деньги, как и я. Она любит деньги, как и я. Да, жестко там вообще, бля, спасет. Ебать, Монклер. А, это Леон, нормально тогда. Мы не лада. Снимаешь флот? Ну да. Да. Ну он мне не знает, так плохо. Ну знаю, по-любому. Моменты стадо, все дерьмо ты делаешь, блядь, жестко, пиздец. Нет, спит иногда, но он просто просыпается рано.
как говорится, кто рано встает, тому Бог подает. Понимаете, о чем я? Вот поэтому... Питер, already know, мы проснулись. Думаю, нам сегодня еще и в Питер ехать. Ну вот. Где мы все с вами увидимся. Те, кто из Питера. Дадим жару. Да? Выпьем за это. С утреца пораньше. Бутерброди вкусные. Нормально, кушайте. Столичную колбасу и сыр Маздам. Со мной варм день. С утреца нужно перца. Наебнуть. Да, короче, еду раньше пацанов. Отдельным поездом. Как инкубаторный. В купе? Ты больше 10 барок за весь въебал? Нет, кстати. Пару. Я уже больше въебал. Помчал, пацаны, давай. Давай, брат. Там ловимся на вокзальчике. Калуга, что на вокзале, слов, маши ручки, ебать. Обнимаю, давайте, парни. Короче, я на вокзальчике. Скоро будем в Питере. Пацаны приезжают за 20 минут после меня. Поэтому я там словлю их, поснимаю еще. Мой поезд вот какой-то из этих, я не буду говорить, какой. Хотя... Короче, такие дела, все четко на вокзале, жду поезд. Ярзи Славин должен меня там, мы пацанов слоем. Вормыча, Калугу, Давида, Курбанова. Ляна на самолете полетит. Так что Питер, на связи. Слоемся там, грибоеды уже. Видно меня. Желаю вам хорошего. А потом такая. Мы едем. Я еду. Мы едем. Ганг-ганг-ганг, мы на месте. Жду пацанов где-то. Где-то пацаны должны быть на следующем поезде. Ганг-ганг, опи на мне. Ладно, сейчас буду ждать пацанов. А, холодно что-то в Питере. Достаточно прям. Пока не вижу никого из них. А вот, кажется, Давид. Я приехал. Чувак, это пизда полный. Почему бы нет? Бля, у меня снял эту рубашку. Вот. Так, мы в Питере в отельчик заселяемся. Это вормы? Вормы, это твой номер. 20-13. А у меня 0-9, вот он мой. Сюда идемся? Рум-тур. Ну, не русский, что у тебя тут в номере? Хуя меня наёб. Насчёт чего? Короче, проснулись, сегодня концик. Пацаны спят. Сейчас пойдем похавать вот такой видочек. Вон там вот заборчик. Много уважаемых гостей сегодня приехало. Это рум-тур, блядь. Здорово, пацаны. Нихуя себе, вот так, блядь. Подарили близкие люди. Подарили близкие люди. Здорово, братские, как? Здорово, бро, если четко заявись, все. Покупают, пусть... А у нас какая-то хуйня с номерами. У нас какая-то хуйня с номерами, она за фаршмачина, смотри. День жарил что-то. Хуй показать? Эти часы мне подарили. Пацаны мои. Это муж купил.
Ну это сильно вот это вот, даже на все с чего начинается. С дежавю все начинается. Каждый получит то, что заслужит. Самое смешное, знаете, что он пишет в этой книге? Знаете, где зарождался хип-хоп? Грибоеды в бейсмент, блядь, нахуй, СПП. Да, да, тоже. Да, он говорит, твое первое выступление там, типа. Да, типа, говорит, там он начался хип-хоп. Я заебать был раз. Ха-ха, нормально. Опа, все сразу. Да, ты все пиздец, короче. Мой менеджер Айзер Давид Курманов. А, да, слышь, от старого плечи. А старый уже хлопнул. Все, все. Дай ему, дай ему. Борь, да двигай. У нас завтра. Так что едем на студиечку к Сантане. Это влог. Короче, залетели на Local Star к пацанам. По кайфу обстановочка. Пола вот стоит соло. Адам. Мы сами курили тут два дня. Понял, Бог недавно мне пишет. Сейчас буду. Это что, новая мышка? Да, вообще охуенно. А ты с области был откуда? Чигры. А, этот был. Везде свои, да, черноземья. Да. Я с Воронежа просто сам, Курск рядышком тоже. Бля, это первая студия, где я вот вижу просто родную прогу, просто реально. Ханс, ты должен это увидеть. Я выгляжу, как будто я в 24-м. Быстрый оставил, в этом точно виноваты перки. Мой раб ребят откушал, ведь я до сих пор голод. Меня кринж пиздец читать свои треки. Неправда. Он перешел дорогу мне и переехал гарри. Благами бабок, мы не каждый. Оба знают тех, кто может достать, и очень много. Посмотри в мои глаза, видишь, я видел дерьмо. Наш холодный дом я поменял на притон. Сколько себя помню, я падался с наркотой. Сейчас они хотят работать с нами, но ты не готов. В целом охуенно лаконично звучит. Сейчас айров еще накидать вам, и все заебись будет. Где, а где ты говоришь, хочешь переписать где-то здесь? Можешь сразу кинуть айры, чтобы потом типа это... Кидай, кидай, да, можно сделать свой куплет, и я заделаю. Делаю, надо колу делать. Ну, мне айры вруби просто. Ну, круг тоже тут. Перк. Голод. Блок. Уже на той тусе вы вместе типа. А, во, Верчети его знает. Что за что-то знакомое? Не-не, он на той тусе просто был. А, я думал, что он с вами типа. Не-не, он тёрся рядом с Юрой. А, все, давайте, что за встречу? A few moments later. Я документы в другом номере. Мне вверх спускаться надо. Нет, с женщиной. У нас наверху номера. Нет. Он проживает здесь, с двумя девушками. Кто здесь курит вообще? Мы не курим, я не курю. Сейчас будете штраф оплачивать. Сколько штраф? Все документы космические. Сейчас я приду. Можно вам показать? Документы показал, выходи. Сейчас я выходи. Под конвоем выводят. Что за движ, Бэби Мэлла? Забей хуй, блядь, да забей хуй. Можно фотку? Я ему руку пухнул. Отвечаю. Да, это Калуга, да. Короче, ждем Калуга. Что за представительство, брат? Нормально, брат, пойдем, ты как? Пойдем, пойдем, пойдем. Я хочу проснуться утром и увидеть ее сад. Что если меня врубить не только как назад? Люди с улиц Петербурга отвечают за базар. Поднял, потратил хоп, это финансовый рассад. Мы предлагаем взять, что ты не взял. Я убивал и буду убивать. Что такое? Асл это что-то?
гоняют. Пиджу, салютни, блок. Гамарджо сбили, закрутил 500 с ним. Гамарджо сбичу. Ай-ай-ай-ай, красавчик. Гогу, короче, увели. Гогу увели копы. Я понимаю, что он уже заезжал. Я понял, была бумага. Орлы, 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 давай. Давай, тормозите, что случилось? Да нам выйти, как нам выйти. Хорош. Хорош. Я тебя выебу, сука, вы не на улице. Шлёха, на улице. На улице. Он мне говорит, ты знаешь, кто это? Я тоже показал. Глоки! 53! Не сразу лицо, блядь, отвернулся. Походите, вы что кричите? Братан, бля, суета непонятная, короче, хуй знает, что на нашем концерте мы будет. Мы до базы, потом до нас, они с нами. Да, я понял, просто тип по гражданке с каким-то, с какой-то бумагой. Все, погнали, братан. Кому так и надо? Хуесоску ты! 52, пацаны! Ты, ну как будто подкаст дебит хочешь сказать, 52! Брат, можно с тобой тоже сфоткаться? Давай, давай, брат, скажешь побыстрее. Блядь, ты чё, придурок? Ты вот сюда дай телефон, пожалуйста. Не, брат, я снимаю влог, пацаны. Пацаны, смотрите, пожалуйста. Пацаны, смотрите. Бля, Питер хорош, мне нравится Питер. Братан, я вызываю. Бля, 52! 52! Как? А водочки-то можно шлёпнуть или нет? Это все для мусоров. Да какой для мусоров, это для меня. Блокин, но мне снова 30! Бля, обожаю. Брат, иди, все, ты выступаешь, брат. Бля. Правильно все? Чтобы я не говорил Джейку, надо врубать. Говори Джейку, надо врубать. Давай, Рад, паузу сделай. Сделай паузу, разрушаться. Не базарь, кто не говорит. Я за мной, ладно, ты штаб, ты твою маму, ты штаб, ты твою маму.
ставим двери. Не держи, что ты биг бой, ты просто крыса. Ты крыса, сучка просится в отеле на актриса. Если копы спросят, мы просто артисты. Мы артисты, бандит не табак, но это не сюрприза. Копы тронятся за нами, грантуизма. Будем спросить от погони, будто призрак. Мама мне сказала, что... Так, концерт удался, такой видок, блядь, заебись. Сай в отделе, менеджер Давид Курбанов в деле, пакет документов на Исая. И что еще? Ну вот такой видок, и мы просыпаемся с таким видом и засыпаем. Влог получается легендарным. Вот они на месте, вот он, виновник сегодня... торжества. Я сегодня на Рудольф. Давай без этой хуйни. Пацаны отдыхают, вот концертик выдался тяжелый, видок красивый. Мы в Питере, вылетаем в Москву, в Фудмане влог продолжается. Я нормально, только дышал все время. Всем. Дай мне рок блатной до три семерочки. Едет Катя фраерок к сивой горочке. Фраерок. С отеля выехали, ну вот выезжаем сейчас. Самолет до Москвы. Ну как понять, выезжаем, выиграли, нас поебал, ну давай. Да хорош, дуру не гони. Я и Санька тоже вчера мне говорил, мы подходим вот на сюда. Тебя? Не, мы подходим на кассу, и ты мне говоришь, ну ты же тут типа живешь, так дай им паспорт. Я им говорю, бро, типа, какой нахуй я тут живу. Вы говорит, оформите уже, че? Ждем таху до вокзальчика, сейчас Исай проводим. Я знаю, потому что там это мой косяк, я сразу сейчас... Не знаю, говорил я, Исай, ночевал на бетонных полах. Вот, мы ждем таксу, едем похавать, а потом едем в Москву. Надо было не говорить ничего. Я бы если бы молчал. А куда они туда зашли? А вон они. Пойдем. Со мной Ворм Гейнгер. Где Вормыч? А вот он. Пойдем. Путешествую. Сейчас поедем в Москву. Давид Курбанов, мы в черном Мерсе. Миша Исаев, и он только... Ай! Прости. Это же Ворм Гейнгер. Пойдем, Ворм, пойдем. Фанаты знают Вормыча. Прикольный влог. Мы в аэропорту, все четко. Вот человек топил как мог, нарушал как Пол Уокер. Я все, спасибо большое вам. А там поплатить что? Все, спасибо, давай, спасибо большое. Давай, ага, спасибо. Бежали, на туре побежали. Гоша, нам бежать надо. Вор, погнали. Пасаран, не оставься, а, Ворму не надо, да. Бля, мы опаздываем. Давай, брат, обнял. Не оставься, за мусором. Выходишь из дома, оставив в паркированном сломе. Сумки добро, там же отмечка и ломик. Под подъездом накипая, залипая. Ты набираешь нитки. Гош, давай потом брать, а то мы сейчас просто опаздываем 3 минуты. Я блог. Скоро это пиздец. Мы успели. Худ-ту-худ на базе. Да. Задерживается? Ах, они, задерживается. Ах, они. Еще, пацаны. Победы, говорят, у нас рейсы никогда не задерживаются.
привык всех женщин называть девочками. У них сразу такая улыбка появляется, сразу наступает везде. Делайте комплименты женщинам, любите женщин, пацаны. Любовь в этом мире нужна. Человек, который развелся сегодня. Россия! Бля, не, он серьезно развелся сегодня. Да, сегодня официальный развод у меня наконец-таки с бестией. Москва. Скажи. Мы едем в Москву, дорогие наши друзья. Нет. А, Москву, да. Я забыл, что я думал, мы в Питер едем. Родные друзья, вот смотрите, бывает чуть-чуть пробелы в голове, но все же все четко. Мы едем в Москву. Наконец-то у нас победа сделала все для того, чтобы мы попали в самолет. И чтобы нам вернули еще кэш. Да. Попозже займемся. Дело такое, что кое-кто хитрый Азер купил страховочки и нам вернут бабочки. Победа, спасибо за задержку рейса.